Йо. Итак, бандиты, так как сейчас лето, чё нам пухнуть среди бетонных коробок? Мы отправляемся на пляж. А где пляж? Ладно, у меня есть кое-что получше. Изображение пляжа? У меня тут скринчики завалялись из грядущего билда, и сейчас я вам расскажу и покажу лютую прибрежную зону RP-City. За качество сорян будет билд, отсниму нормально. Хотя она еще находится в процессе разработки, но она уже выглядит зашибись. Итак, мои юные богачи, встречайте яхт-клуб. Когда-нибудь я возьму ипотеку на яхту и больше никогда не буду онлайн. Ну пока я не щуки, смогу позволить себе яхту только в RP-City. Будем флексить с бандитами в нейтральном водах на яхте, устраивать бои фейков и крутить кейсы в CSGO. А если ты любишь вызывать комфорт плюс, то для тебя тут еще и вертолетная площадка имеется. Богачи, а люк починить никто не может. За яхт-клубом расположилась пляжная зона для старперов, любящих позагорать. И беседка для любителей спасать тонущих старперов. Домик спасателей, короче. Вот вам еще одна профессия для РП. Напиши в коммент, стал бы ты спасать старого камифлекса. Дальше у нас будет большой пирс со всякими аттракционами. Прям как в GTA 5. Аттракционы на любой вкус и желудок. Для любителей романтичного времяпрепровождения есть размеренное колесо обозрения. Ну а для любителей пощекотать нервы, есть аттракционы подинамичней. Ну и да, жральни там тоже должны быть. Как без жрален-то? Непорядок. Рядом с пирсом у нас будет зона для купания и для плавания на всяких плавательных приколдесах. Интересно, а если заплыть за буй, то акула укусит тебя за хуй? Дальше снова пляжная зона и вот такая вот зона для активного флекса. Помните, я говорил про клуб? Вот где надо клипы снимать в натуре. Зачем пухнуть в духоте, если можно флексануть на свежем воздухе. Ну а после флекса можно будет прогуляться и поглазеть на бескрайнее море. Ну а дальше все. Дальше выходные заканчиваются, и вот вам работка. Это городской порт. Ключевая зона всей экономики города. Так что, ребятки, выбравшие это место для работы, вы герои, снабжайте весь город ресурсами. Пляжная зона города, конечно, хороша, но все мы знаем, где будет тусоваться наша банда. Банда пиратов. Яррр! Вот такие вот новости, братанчики. Скоро мы подготовим новый билдец, и там я уже нормально поснимаю новую локацию. И не только. А пока подписываемся на Discord RP-City и ждем анонс. Все ссылочки, как и всегда, в описании и закрепе. Всем спасибо за просмотр. Всех обнял.